Сочи автодром стал ареной сражения лучших пилотов страны. Здесь в минувшие выходные прошел 6-й этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. В программе гоночного уикенда было 6 заездов. За ними наблюдали сотни зрителей, вход для которых на трибуны был бесплатным. Атмосфера, как всегда, отличная в Сочи. Автодром довольно высокого уровня. Нам здесь всегда нравится. В прошлом году мы пропускали здесь этап и рады вернуться вновь. В пятницу прошли квалификационные гонки. В субботу и воскресенье по 3 заезда с перерывом на автограф-сессии с титулованными пилотами. Гонки выдались горячими во всех смыслах. Не обошлось и без столкновений на трассе. Например, в субботу сразу на старте произошло столкновение пилота Volkswagen Golf с Lada Sport. Но даже после неприятного стартового инцидента Климу Гаврилову удалось финишировать первым. Был контакт в первом повороте, но и дальше у меня немного ушла геометрия заднего колеса, и было непонятно, сколько я еще смогу ехать, поэтому было решено вот сделать максимальный отрыв за первые круги. А дальше череда сейфтикаров позволила мне остужать колеса и спокойно доехать до конца. Также в рамках 6-го этапа российской серии кольцевых гонок прошли тренинги для всех служб, задействованных в организации российского этапа «Формулы-1». Эти соревнования стали последними на трассе в Олимпийском парке перед королевскими гонками, которые пройдут с 27 по 30 сентября.